Это вы еще плохих дорог не видели. Депутаты Думы региона поспорили сегодня о состоянии краевого дорожного полотна. Как всегда, в понедельник думцы собрались на планерку. Сначала они обсудили борьбу с паводками в Невиномыске. Здесь реки Кубани, Большой Зеленчук подмывают кладбище и прибрежные строения. Мы рассказывали об этой жуткой истории в одном из предыдущих выпусков. Но самые жаркие споры на заседании вызвала дорожная тема. И здесь мнения депутатов разошлись. Все мы перемещаемся по этим дорогам и видим, что творится на сегодняшний день и по Даваторцев, и по Кулакова, и по Лермонтова, и по Серова, и по другим улицам. Там же ездить нельзя. Бедные скорой помощи, вот вчера был скорой помощи, мы едем, бедные больные, говорят, скоро вылетать будут с этой скорой помощи, потому что скорость солидная в машине, а ямы сумасшедшие, до 40 сантиметров. Вот, коллеги, не кажется ли вам, что краевой центр по сравнению с другими вылезан уже до такой степени, да, что одни из лучших дорог, может быть, в России, если взять краевой центр, сделали? Да, Виктор Иванович, да. А вот давайте перенесем вопрос немножко в то место, где людей, чтобы похоронить, извините, на К-700 вывозят. Вот давайте туда глянем.